Всем привет, дорогие друзья, с вами Швили, и играем Monkey Puppets, что-то, наверное, с друг другом. Короче, мы по очереди будем с ним прыгать. Так, вытягивать надо его. Бля, если мы вдвоем, ну, бля, кстати, непонятно, как то он стреляет, то я там. Не, давай оставим. Бесплатная рулетка. Ну, давай-ка. Бесплатная рулетка. А знаешь, какая она бесплатная? Ну, ты видишь, да, какая она бесплатная? Нужно посмотреть обязательно рекламу. Зачем я повелся? Вот зачем? Зачем я повелся? Все, бля, здесь. Мне уже тошнит с рекламой. Я бы мог вырезать ее, конечно, мог. Давайте я вам покажу весь сегмент всякой игры, чтобы вы, может быть, не натыкались на такое. Эпик. Потрясающе. Пользуюсь сейчас, конечно. Да вы что, бля, издеваетесь? 30 секунд игры, и я уже посмотрел больше рекламы, чем поиграл. Нет, не хочу ничего знать, хочу просто играть. Меня зато убил этот. Прикоснись. Так, давай-ка. Блять, разорвал. Давай-ка еще раз. Блять. Что за пиздец? Давай, вытягивайся. Бро. Во! Вытянулся. Блять, вытянулся. Все равно сдох. Так, все по одному. Так, давай. Нет, спасибо. Так, давай-ка. Больше я не поведусь на ваш. Так, тихо. Тихо. Блядь. Так, давайте еще раз попробуем. Давайте еще раз попробуем. Так-то задумка прикольная. Не было бы еще рекламы. Понятно, бля. Бля, ну что 37 минут мне ждать, ребят? Ну как? Вот. Бля, ну это пиздец просто. Блин, когда там у меня уже начнется? Они же так. Ой, змея какая-то. Другой маленький. Давай, вытягивай, бро. Во! Вытянул. Ох, одного из нас убили. Игра закончена. Давай-ка. Ты, блядь, испугался этого сраного крокодила. Блядь. Могу ли я спокойно... Дикобраз. Блядь, дикобраз вообще жестко. Джекпотов. Я не хочу джекпоты. Потому что там везде реклама. Блядь. Квек. Без рекламы реклама. Тикток. Еще одно приложение для... Так. Так. Блядь. О, это ужас. Ужас. Давай-ка еще. Наш звук перестал идти. Туф.
Давай-ка. Во, бро, я тебя вытяну. Блин, теперь ты. Блин, тяжеловато, конечно, когда у тебя за спиной второй. Ну, блин, ну вообще капец как. Вроде легкая игрушка. Тут еще как бы есть подстраховка, все, что у тебя есть напарник. А вроде его и нет. Вроде с ним и тяжелее. Ты знаешь, что по очереди только тапать. Опа. Если аккуратно, не торопясь, может быть, что-то и получится. Вот, видишь? Вот. Так, тихо. Во. Мы уже на второй стадии. Сейчас что-то поливаняться. Блять, ну почему? Два раза нажал, все сразу. Сразу уже не то. Так, давай-ка. Сейчас мы. Тик. Тик. О, блядь. Ужас. Ужас, ужас. Quite out, out. Давай-ка, давай-ка, давай-ка. Вот. Блядь. Так, проходим. Здесь левее, здесь правее, здесь левее, здесь правее. Давай, куда тянешь? А, сквал. Блин, давай еще попробуем. Раз, два, три. О, опять тяну ее. Понятно. Змея сдохнет. Так, самый рекорд 2,5. Там я что-то поторопился, нажимая два раза. Ладно, ребят, я не знаю, как здесь уже дальше рекламируется это движение. Если вам понравилось, пожалуйста, оставьте ссылочку в описании. На этом все. С вами был Швили. До встречи. Пока.